Выпускной – событие серьезное, ответственное и долгожданное, а значит и подготовка к нему должна быть соответствующей. Начнем с профессиональных уходовых программ, которые придают сияние, ослабленное после экзаменов и контрольных кожи лица. Есть ряд эстетических проблем, которые решить можно только при помощи профессионального косметического ухода и правильно подобранной косметикой с доказанной эффективностью. Более 20 линий профессионального и домашнего ухода созданы для решения конкретных эстетических проблем с учетом механизмов взросления и старения кожи, биоритма гормонального фона, конституции тела, климатических условий, а также чувствительности кожи к окружающей среде. Стильная прическа начинается с ухоженных волос. Именно поэтому незадолго до события рекомендуется процедура восстановления молекулы красоты. В молекуле красоты существует несколько видов ухода. Это для волос вьющихся, для окрашенных волос, для волос без объема и для восстановления поврежденных волос. Результат виден после первого применения. Перед выпускным вечером можно сделать уход, и волос будет выглядеть совершенно по-другому. Он будет блестящий, шелковистый, здоровый. Ну а когда кожа и волосы приведены в порядок, необходимо определиться с концепцией макияжа и прической. Вариантов причесок очень много, но мы рекомендуем не забывать про естественность, легкость, подчеркивать свою юность, выбирать легкие, незамысловатые прически. Возможно, пучки как рыхлые, так и очень гладкие. В этом сезоне они сместились выше, на макушку. В этом году также актуальны хвосты. Прямые, гладкие, высокие, так и пышные. Хвосты можно сочетать с плетением. Очень актуально в этом сезоне. В трим вариации плетения добавляют романтичности, легкости. Также в моде пышные локоны, которые добавят воздушности. Такие ангельские локоны всегда подчеркивают юность и нежность. Если все-таки брать тренды весны лета 2018 года, в первую очередь это полная легкость. Мы уходим от графичных бровей, от графичных глаз, то есть то, что было популярно несколько сезонов назад. Губы сейчас тоже преимущественно не графичные, хочется видеть. То есть если мы возьмем недавние показы, все мировые визажисты, они используют именно вот этот эффект зацелованных губ. Единственное, что может говорить о графике, это стрелки. Стрелы до сих пор актуальны, но они тоже не классические голливудские, а могут быть цветными, с блестками, либо с длинными хвостами. Это тоже вполне приветствуется. И последний, но не по значимости штрих – это нейл-дизайн. Концепции декоративного покрытия ногтей в выпускной моде существует несколько. Обязательно учитывать нужно особенности и тонкости вашего образа. Вот можно рассмотреть несколько вариантов, которые можно использовать для выпускниц. Первое – это использование глиттера, блесток. Мы покрываем либо один накаточек, чтобы это не было много. Делаем глиттером изящные, красивые линии, либо лунки. Второе – это мы используем для нежного, такого романтического образа, цветочную тематику. Ну, сейчас тем более в тренде очень флористика идет на накаточках. Кружевной маникюр тоже придаст шарм и элегантность. Девочка, покрытие с использованием втирки, которое дает всевозможные эффекты, оно может в целом завершить образ выпускницы. Смелые девушки, желающие выделиться и создать акцент на своих накоточках, естественно, могут покрывать ногти яркие. Но тут главное, нам нужно выбрать цвет, который будет подходить к наряду. Подготовка к выпускному – дело не только хлопотное, но и приятное. Особенно, когда имеешь дело с настоящими специалистами, такими как мастера имидж-студии Елены Ивановой.